такие цветочки, оказывается, к пролисковым и мускарии. Вот такие светленькие. Думала, мускария, они по-другому называются. Он без вот этого чуда, ну никак не проходит съемка, съемочный процесс. Он бадан разросся, кочевник мой. Где его только не высаживала, вот только тут вот под игрушкой. Вот так вот ему понравилось, такой куст. Ветер, сумасшедший ветер сегодня, вонючий. Тут лунку благородил муж. Такая красота получилась. Теперь привести в порядок то, что рядом. И чуть-чуть раскопать тюльпанчики, которые прикопали. Это у нас ёшка распускается, но я не вижу цветочков, нет. Нету в этом году, не будет, наверное, ягоды. Ведь вообще бы рассадить, только как вот её выкопать, я даже в маленький глаз. А вот смородина-то вроде как заложила цветочки. И пока не распускает. Так что мы все можем делать. Не видно, что снимает. Муж, в общем, соорудил для винограда. Нашел вот такие кусочки всякого металла, сварил. И вот так вот поставил виноград, чтобы он так вот держался, потому что на сетке он не держится.